Клиника психологической помощи уже 1 сентября распахнула свои двери для оказания помощи студентам и преподавателям в решении разного рода проблем. Проблем с адаптацией в университете, успеваемостью и развитием способностей, психическими и психологическими отклонениями, а также личностными и семейными трудностями. Профессиональную помощь оказывают исключительно квалифицированные и подготовленные кадры, ведь каждый понимает, нет права на ошибку. На сегодняшний день в основной локации клиники ведутся ремонтные работы, поэтому пока что действие ведется в одной из аудиторий Института психологии и образования. Закупается необходимая техника и создается благоприятная атмосфера для проведения психологических сеансов. Штатные психологи приняты на работу, трудоустроены, они получили задание, они уже изучают, входят в работу, потому что студенты могут через личные кабинеты записаться, да, выйти на сайт психологической клиники. Мы эту работу, я думаю, сможем выстроить так, что охватим максимальное число студентов, нуждающихся в психологической помощи. Поддержать студентов и преподавателей клиника планирует несколькими способами. Групповая работа предполагает проведение тренингов личностного роста, по командообразованию, раскрытию творческого потенциала, а также повышению социальной активности. Еще одним направлением работы клиники является индивидуальное консультирование студентов, очное, телефонное и посредством интернет-ресурсов. Кроме того, совсем скоро заработает и телефон доверия для оказания экстренной психологической помощи. Психолог может провести, скажем, 3, максимум 4 консультации. Сюда же входят и групповые часы работы. Кроме этого, психологи работают и дают заключения, рекомендации, соответственно, разрабатывают программы. Ну вот, и, естественно, сейчас очень популярный способ – это работа и в соцсетях, да, то есть и работа с мессенджерами планируется, и работа с контентом, чтобы можно было что-то почитать интересное и так далее, какие-то статьи полезные, да, то есть или какие-то рекомендации полезные, которые помогут в сложных жизненных ситуациях и будут таким гайдом, да, то есть трек-листом. Обратиться за помощью студентам и преподавателям Казанского федерального университета можно через личный кабинет и напрямую через Институт психологии и образования. Необходимо найти вкладку с психологической помощью и записаться на прием. Клиника работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 9 вечера. Карина Саяхова, Ленар Гизатуллин, Универньюз.